Ми вітаємо у нашій студії Світлану Мовчанову, нашого гостя, власника підприємства з виробництва чистої води у Миколаєві. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго ранку. Бажаємо вдалого дня. І для багатьох, за порадами власне лікарів, день, ранок починається із склянки чистої води. Випитої на чиє серце. Так, випитої на чиє серце для здоров'я. І ось ключове в нашій розмові зараз слово – це чистої води. Так? Ми запросили сьогодні вас для того, щоб ви нам розповіли, як серед розмаїття великого тієї води у автоматах, у пляшках різної місткості, як вибрати справді чисту і корисну для здоров'я. Звідкіля взагалі-то береться саме чиста вода? Води-то багато, а як саме чиста береться? Давайте по черзі. Отже, як береться справді чиста вода у пляшках? Так, де її взяти? Звідки вона? Ну, если говорить о нашей чистой воде, то мы производим воду уже 16 лет в городе Николаеве и доставляем ее нашим покупателям в 20-литровых баллонах. И очищаем ее посредством метода обратного осмоса. То есть обратный осмос – это такое физическое явление, когда через полупроницаемую мембрану под большим давлением продавливается вода. И на выходе мы имеем деионизированную воду, то есть одни молекулы воды. То есть обратный осмос дает, обеспечивает идеально очищенную воду от всех примесей. И затем мы ее деминерализуем, то есть добавляем макроэлементы, к которым относятся калий, магний, натрий. И микроэлементом относится йод, то есть воду мы еще и йодируем. Таким образом, у нас несколько видов воды. Это обратноосмотическая, это здоровая вода, в которой есть добавленные минералы, и чистая вода йодована. Поэтому мы предлагаем такой продукт посредством очистки обратного осмоса. Для того, чтобы понять... Второй вопрос, да, как выбрать среди множества воды, какую же воду нам пить. На самом деле сейчас много версий, какую воду пить, с добавлением минералов, с замораживанием. То есть эти вопросы наши покупатели задают очень часто для того, чтобы их проконсультировать. С учетом того, что поверхностные и подземные воды дают разный состав воды, сезонность влияет на состав воды. Поэтому важно понимать, что является источником для питья. Поэтому в современном мире выбран такой метод, как обратный осмос, который даст нам стабильность. То есть вот обратный осмос – это фильтр, да, посредством которого очищается вода. Он дает нам гарантированную стабильность, что вода очищена. И второй вопрос – это ее уже подготовить, сделать физиологически полноценной и подать ее людям. Кроме того, лаборатория, которая у нас есть, она постоянно контролирует качество этой воды. То есть есть понятие химического состава воды, ее качество, есть понятие бактериологическое, контроль бактериологический этой воды. То есть вода, кроме всего, должна быть безопасной. Це, мабуть, і найголовніше, щоб водичка не тільки втілювала справу і несла здоров'я, а ще й була безпечною. Да. Ну, скажіть, будь ласка, а ізначально откуда береться ця вода? Із ріки чи все-таки добувається із скважин артезіанських? Уже потом она, понятно, проходит путь очистки, да, определенно, откуда она первоначально берется? Бачим, ми заходимо в телерадіокомпанію, там калюжа. Значит, обратному осмосу все равно откуда взять воду? С калюжи, морскую воду ось, и, да, или со скважины, или водопровод. То есть изначально мы очистили водопроводную воду, сейчас мы источником является у нас очистки скважина. Но для обратного осмоса абсолютно нет никакой разницы, потому что изначально мембрана в 60-е годы еще была придуман сам фильтр для военных морских кораблей, и воду чистили морскую, потому что на выходе мы имеем одни молекулы воды, то есть идеально очищенную воду. И пора ее настолько мала, что вода очищается от всех примесей, то есть все примеси остаются на этой тонкой поре мембраны. И даже происходит чистка частично и бактериально. Вот такое свойство универсальное этого обратного осмоса. И даже военным установки, которые мы, наши
нелегкое время поставляли и занимались благотворительностью, тоже предназначено, что источником может быть любой водоем. И они на выходе получат всегда в любых полевых условиях идеально очищенную воду, то есть вот эту молекулу воды. А скажите, а в домашних умовах можно всю чудо-процедуру провести? Да, существует... Якщо в тебе в хаті є воєнна установка, це ти можеш провести. Чому? Значить, в домашніх условиях це насадки на крани, це фільтри трьохступенчатые, п'ятиступенчатые, які теж в основі лежить обратний осмос. Ну, це один із методів. Тобто можна поставити уголь, який зробить по вкусовим качествам воду краще. Тобто він хлор производний, це для хлорированої води дуже хороший, наприклад, уголь. То есть о фильтрах можно предлагать фильтрацию воды в домашних условиях, но нужно понимать изначально источник воды. То есть либо это водопровод, либо это на даче, опять же, скважина. И какое качество подаваемой воды для того, чтобы потом получить, предложить клиенту, какой же фильтр поставить. Поэтому в домашних условиях, да, можно ставить фильтра. Но опять же, если говорить о том, что есть бутилированная вода и вода, и вы доверяете производителю, тут элемент доверия, то вы покупаете эту воду, платите за это деньги и... пьете и понимаете, что вы пьете чистую, безопасную воду. Тут еще понимание важности, кто чистит, как подал, как доставил, как обслужил клиента. Поэтому над всем этим мы работаем, для того, чтобы клиенты нам доверяли. Вот. И предлагаем вам готовую бутилированную. Зараз багато підприємств, які пропонують саме ось таку воду у різних місткостях, у різних пляшечках, навіть автомати стоять на подвір'ях. Наскільки можна довіряти підприємцям і цій воді? Як можна перевірити і які можуть бути неякісні моменти? Чому можна? Чи які документи засвідчують, що це якісна справжня вода? Де може чекати якісь підступні моменти на споживача? Ну, если есть какая-то жалоба, либо вопрос, либо подозрение на некачество воды, работает у нас колл-центр, для этого есть прокламации, которые отрабатываются. То есть есть клиенты, есть доставка воды, и есть его удовлетворенность. А как вода может быть неякисной? Вода, да и вода себе. Если клиент жалуется на органолептику, то есть по вкусовым качествам ему что-то кажется, то вода будет несмачною, так? Ну, есть показатели, как органолептика и химический состав. Органолептика – мутность, присмак, смак. Вот, то есть клиент оценивает визуально глазами, что она прозрачная, янтарная, в смысле прозрачная. Клиент оценивает по вкусовым качествам, и, собственно, жалоба может поступить из этих параметров. Но, как правило, клиент может задать любые вопросы для все, что его волнует. Он может получить протокол испытаний, где он увидит, соответствует это стандартам, либо не соответствует. Либо мы ему объясняем, мы ведем разъяснительную большую работу по поводу того, какая же вода должна быть и что такое стандарты, и как мы помещаемся в границы, в пределы, которые нам диктуют стандарты. Потому что мы производители, мы за этим следим. А якою повинна бути вода? От давайте, які основні критерії. Знаєте, як от, якщо ти п'єш вино, да, то ти там знаєш, що повинен бути такий смак, такий колір, такий там, не знаю, аромат. Так, звичайно. Букет. Да. Що з водою? Бо ми вже... Який повинен бути букет води? Ось скільки років у нас, будемо казати чесно, в крані вода погана. Ми вже звикли до цього, да, що там або хлор, або щось сі, або щось там таке, так? А як от вже справжній вкус справжньої води? Хто його сьогодні знає? Ну, она должна быть, в первую очередь, безопасной, то, что мы говорили, и физиологически полноценной. То есть она должна быть идеально очищена, и там должен быть сбалансированный состав макроэлементов. А на смак можно визначити якість? Ну, я можу визначити, клієнти наші, які п'ють 16, 10, 5 років, вони можуть визначити, тому що вони... вже можуть відрізнити якісну воду від неякісної. Тобто... Можна бери й пий. Да. Ні, давайте от проведемо на Василю. А, на мені експеримент.
спробуємо вас спробуй водичку і визнач, чиста, чи є присмак. Давайте. Між іншим, я теж батько двоїх дітей. Если мы будем говорить, например, о водопроводной хлорированной воде, то понятно, что сразу мы услышим запах хлора, да? Вот, воды. Я мав справу з різними водами, да. Так що зараз буде. Ну, Галю, дивись. Ти справжній сомельє? Ти була гарним. Другом? Нічого. Ну, чим пахне? Як там, знаєш, як робити? Чим пахне? Водою пахне. Водою. Це вже добре, правда? Вода повинна пахнути водою. Чим повинна пахнути вода? Поскольку ми свої продукти любимо, да, тому ми можемо говорити тільки хороші речі в цій воді, тому що, ну, понятно, що вода нічим не пахне, вона просто прозрачна і налита з любов'ю, тому що є ще таке поняття, як структура води, да, яка, коли говориш приємні речі, немає повищених тонів, злоби, роздражень, то структура води має дуже красиву таку, ну, Галю, сніжинку і приносить вам удовольствие в питьє. Поэтому... Давай я скажу тобі сніжинку. Я сніжинку тобі скажу. Так, мені сніжинку, дай мені стакан з водою. Василю, ти молодець, ти гарнюній, молодець. Дякую. Ну, як мінімум, класична музика звучала, коли наливали ту воду. Справді? Тому що у нас в производстві, да, звучить музика класична. Це просто вода. Спокійна класична музика. На смак. Так, це просто вода. Все, для чого я скажу, що гарна вода, бо якщо от з річки п'єш, це один смак, вона така трішки тягуча. Якщо оце, вона має деякий ось такий присмак от справжньої, знаєш, природної води. От, я звичайно, кажу, за законом якщо п'єш, жанра, то якщо, повинно як, буде, якщо п'єш, декілька склянок, але я б пожаліла. А якщо п'єш з крану, вона ж буде така жорстка. Галю, Галю. Галю, так, спокійно. Галю, 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 Галю. Я шуткую, люблю наших глядачів. Справді дуже гарна вода. Мені ж треба було Галю трішки налякати. Это что, во всяком случае, мы выполнили важную такую миссию, либо дело. Утром нужно выпить стакан воды. Да. Температура, которая не горячая, не холодная, 25 примерно градусов. После того, как человек пробудился, стакан воды – это как отче наш. Поэтому вы... И человек просыпается сразу, кстати. Да. И выпивает стакан воды. Это некоторые правила, которые относятся к воде. Да? То есть маленькими глотками, температура важна, за полчаса до еды, не пить воду во время еды. Вот это мы рассказываем на экскурсиях для детей, которые к нам приходят, и показываем им фильмы о воде. Вот, мы это как бы слышим, знаем, но иногда забываем, что наши 1,5 литра в день тоже обязательны, потому что наша клетка не хочет быть сухой, потому что, как говорила Авиценна, сухость – это старость. Да? Поэтому мы должны помнить то, что наш организм состоит 75% из воды, и мы должны пополнять все время наш организм водой. Поэтому 1,5 литра в день – это важно. И мы начали правильно утро вашей утренней передачи. Дякуємо вам за Дякуємо це. Вам. Дякуємо за ранковий ваш візит і корисні поради. І за водичку. Добре. І за здоров'я для Василя. Ну, бачите, так, трошечки додалося. Я повеселішав одразу. Дякую, доброго вам ранку.